Всем привет! Меня зовут Артур Сафин, и сегодня я расскажу вам легенду о нашем уфимском мосту. Сегодня я расскажу вам легенду о нашем уфимском мосту. Мосте. Сегодня я расскажу легенду об уфимском мосте. В общем, существует легенда, что при строительстве Крымского моста, часть моста, который использовали там, украли у нас из Уфы. Крымский мост. Вот именно вот эту часть считается, что нас взяли из Уфы. И именно вот эту часть моста как раз и украли для Крымского моста. 240 миллиардов, 19 километров протяженности. Представляете? А часть моста, как у нас в Уфе. Поразительное сходство этих участков моста очень удивило многих уфимцев. Давайте все-таки сравним по фотографиям, похожи ли эти мосты. Ну а сам Крымский мост могли бы и не делать таким длинным. Мы когда ехали по нему, видели много участков суши, где стоят даже дома. Давайте посмотрим правде в глаза. На участках, где была суша, можно было сделать просто дорогу, а не мост. В общем, я что говорю-то? Вот едем по Крымскому мосту, и вот тут вот участок. Короче, вот постройки, в принципе, земля. И здесь можно было не делать мост.